Бусины, пайетки и яркие узоры – эти наряды создала нигерийский дизайнер Лиза Флавио. Теперь их можно увидеть на выставке «Африканская мода», которая открылась в Лондонском музее Виктории и Альберта. Здесь можно увидеть одежду, начиная от колониальных времен и заканчивая современными дизайнерами. Выставку уже назвали самой масштабной в своем роде для Великобритании. Это пространство, где можно подумать об африканской моде, окунуться в атмосферу африканской моды и уйти с вдохновением узнать о ней больше. В экспозиции более 250 предметов, в том числе 70 новых поступлений. В целом показана одежда 40 современных дизайнеров. Здесь хотят понять, какое влияние они оказывают на индустрию моды в целом. Мы видим, что именно африканские мастера меняют ландшафт мировой моды. Сегодня их влияние очень сильное. Они хотят, чтобы их видели и слышали. Здесь представляют работы и из переработанных материалов, и сочетающих женские и мужские элементы. Есть и слияние разных культур. Моя работа основана на двух предметах одежды, происходящих из двух разных культур. Первая – это британская культура, то есть плащ. Вторая – паранджа, которая также очень популярна в Марокко и во всех арабских странах. Выставка будет открыта до апреля следующего года. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.